Всех приветствую, друзья! Сегодня хочу вам показать бойню против одного игрока. Имя называется у него DJ Phoenix. Первый раз с ним играем. В национальном чате он вызвал у меня тренировочный бой. Согласился. 18 ранг. Теперь посмотрим, насколько он силен. Вот. Есть некоторые три штуки медали от турнирных боев, когда он проиграл мне. Думаю, он кричал вот так. Все, начинаем показывать бойню. Я немножко перемотал, так как бой длился очень долго. Вот, вышли оба Ягахам. Ягахам против Ягахам. От стрекозы у меня не было никаких толку, но немножко помогал мне разведывать противника, что они готовятся на холме, строится там широкий фронт. Вот, противник занял широкий фронт, и у нас этот сейчас начнется заруба. Не было у меня хамелеона. На 7-м, на 8-й минуту будет уже готов один хамелеон. А противник тоже начинает немножко кромсать меня. Думаю, это он, если бы уничтожены у меня какие-нибудь здания, будет немножко преимущество. Начинает меня доминировать. Вот. Сделал 3 ягуара, 1 габлион, и начинаем атаковать противника. Вот тут я вижу, что у него нету сейчас в данное время хамелеона, но у него сейчас будет. Вот. Каким-то образом смогли прогонять противника и начинаем его догнать. Вот. С тем же временем, что противник убегает, думаю, он не хотел отдавать мне этот холл. Вот тут еще прибегает один дикобраз. Когда я делал авиазавода, он тоже сделал много дикобразов. Я не делал дикобразов. Ну, вряд ли, что в том, что он тоже выйдет кречетов. Думаю, тоже нужно делать кречетов. Вот. Каким-то образом я убиваю этого противника. У противника сейчас в данное время нет хамелеона. Но он все равно догоняет меня. Понятное дело, что противника 18-й ранговый ягуар. Немножко добавилось у них там брони. Есть еще жизнь, но удар от ягуаров, думаю, у него тоже больше. Но видим, что у него без хамелеона он теряет всех своих юнитов. И, конечно, чуть не уничтожил у меня одного хамелеона. Вот. Начинаем снова забрать холм. Весь свой юнит он потратил рядом с моей базы. Вот. Видим, что хамелеон есть. Нужно каким-то образом дальностях нужно ее поймать. Вот. Успел включить хамелеона. У него только один хамелеон. У меня есть еще 2. Но ягуаров у него больше. Вот. Просвечивается. Еще я должен был управлять стрекозу однозначно отдельно. Это, конечно, у меня один косяк. Вот. Что противника прибегает ко мне дикобразы наперед, не контролит всех своих дикобразов. Конечно. Я не знаю, сколько у него там ягуаров. Думаю, примерно то же самое, как у меня. 4-5 штук есть. Вот. Или больше. Ну, просто так прибегает ко мне ближе к моим хамелеонам и начинает стрелять. Пытаемся убегать, не давать противнику стрелять моих хамелеонов. У меня еще есть 3 штуки. Включился сразу же 2. И
попытаемся сбить у него хамелеона. Пытаемся сбить у него хамелеона. Вот. Противник каким-то образом спасает всех своих юнитов. Наверное, он спасает, если даже я не выбил у него хамелеона. То он потерял немножко ягоров. Думаю, подстрелил, так как у меня был очень широкий хамелеон. Да, еле живые еще. Тут у нас только заруба ягохамом. Снова делаю одного стрекозу, чтобы просвечивать противника. Видим, что 3, 4, 5 штук ягуаров, а у меня только 3 штуки. С тремя ягуарами ничего серьезного ущерба нанести я не смогу, так как очень сильно кромсают при дальностях. Вот. Нужно было оставить там стрекозу, чтобы он там просвечивал. Но нет, то противник у меня закончился один хамелеон энергии. Сразу же вырубается, сразу два. Думаю, уже вначале заметили, что он все время спамил пехов. С помощью пехотинцев он смог убить у меня два штуки хамелеона. Нужно их было подлечивать. Я тут не отступаю. Пытаюсь его убить. Но вижу, что противник заезжает ко мне наглости. Пытает уничтожить, но пытаемся как-нибудь спасти хамелеона. Спасти. И уже видно, что готово один еще хамелеон. Увидев противника, что у меня готово еще новый хамелеон, он начинает отступать. Вот. Не даем противнику передышку. Все время будем рубиться. Есть только одна маленькая ошибка, которая, если уничтожится хамелеоны, то противнику будет не здоровиться ягуарами. Вот. Противника 3 штуки хамелеона. Пытаемся сбивать их ягуаров. Думаю, они все у нас в центре сидят, вот. Удалось сбить, но противник тоже смог сбить у меня хамелеона. Так как я заметил, что просто так стрелял в туман, но еще видно было, что я стрелял еще в пустоту. Ты еще заметил. Вот, готово новый отряд. Противник все время спамит пехотинцев. Пехотинцы здорово помогают противнику. Все время рассвечивают меня. Вот тут противник заезжает ко мне в базу. Это ошибка с ее стороны. Сбиваем ее на узких дорогах. Думаю, я ее немало сбил. И решил отступить. Да. На узких дорогах он, думаю, ягуар потерял, вот. Стрекозу тоже не забываем делать, так как при рассветке они тоже помогают засвечивать, где находится противник, и быстро узнать, куда направляется противник. Но противник не отдает мне холм, все еще на 15 минуте, все же сражаемся занимать этот холм, но становится все еще сложно, чтобы противнику взять этот холм. Да, 18 ранговые ягуары очень сильные, плюс еще сколько у него там умений, я точно не знаю. Противник хорошо играет в турниры. Вот. Тоже подумал спамить немножко пехотинцев. Если противник тоже спамит, да почему мне ее тоже не спамить, вот. Начинаем копить армию. А противника тоже готовится много армии. Вот. Тут при дальностях достигает ягуара. Чуть не выбил мне хамелеона, вот.
Если Бог бы стрелять по внудительным, то он смог бы убить. Вот. Была бы у меня это большая ошибка с моей стороны. Вот. Так как я сменил не ту сторону. Вот здесь вот противник испугался, что я направляюсь к нему в базу и начинает атаковать меня. Вот. Тут я включаю сразу же два хамелеона и широким фронтом, а противник прибегает ко мне с этой стороны и не смог нормально управлять со своим хамелеоном. Вот. Тут он теряет всех своих юнитов. Понятное дело, что он потерял всех своих ягуаров. Вот. А я не потерял ни одного ягуара. Думаю, потерял только пехотинцев, так как пехотинцы стояли наперед. И впереди они все получали урон. Вот тут мы уже видим, что противника готовы ягуары. Они для меня несерьезного угрозы не приносят. Вот, сбиваем. И начинаем доминировать противника. Все время спамить пехотинцев. Но от них мало толку. Техники становятся больше, так как их остановить практически им невозможно. Все время начинаем доминировать противника. Вот, прибегает противника еще один хамелеон. Успешно включается у нее хамелеон. Вот, не убил, не смог выбить у нее с хамелеона, но у меня есть два штуки хамелеона. Включаем сразу же двоих и перескладываем в другую сторону еще ягуаров и стреляем прямо в центр карты. Вот. Удалось выбить. С широким фронтом противник растерялся. У нее была эта большая ошибка с ее стороны, так как он не должен быть заезжать к моей базе. Еще построился какой-то фермой. Много вышек, много казарм. Да. Это ее не спасет. Вот. Противника нет никаких шансов. Сбили противника с толку. И он просто так взрывает своего штаб. Не знаю, почему он взрывает. Некоторые игры игроков взрывают свой штаб и уходит. Вот. Так как это тренировочный бой. Если бы я играл PvP, то вот здесь он еще уничтожил одно завод с ягуаром. Думал, что хотел, чтобы не узнать, сколько у них там заводов. Думаю, у него тоже то самое, как у меня. Только контроля было у него немножко слабоват. Из-за маленькой ошибки он потерял всех своих ягуаров, и в конец боя он слился. Вот. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Еще увидимся.